Всем привет, меня зовут Даниил Сергеевич, и сегодня мы узнаем отношение арчан к прививкам. Конечно, хорошо, мы все прививки всегда делаем. То есть вы за то, чтобы делать? Ну да, конечно, если их назначают, значит, они нужны детям прививки. Делать нужно прививать, чтобы дети не болели, чтобы всегда были здоровы. А взрослым? Тоже надо прививаться, чтобы гриппом не болеть, чтобы других не заражать. Я считаю, что народные средства, они как-то посерьезнее. Для всех прививок, потому что многие прививки еще не до конца изучены, привиты. Это проверяется на людях, опять-таки, и к ним надо относиться с осторожностью. За. А я не знаю. Мама не разрешает мне делать прививки. Ну, я делаю прививки. Не могу сказать за или против. Слышала разное. И плохо, и хорошо, но делаю вроде пока. Хотя страшно. Вроде и боюсь, но делаю. Потому что лучше сделать, чем не сделать. Потом вдруг заболеет, буду себя винить.